Лучшего специалиста республики по охране труда выбрали сегодня в столице. Для того, чтобы стать первым, нужно было пройти тестирование, выполнить практическое задание и проявить себя творчески. О том, кому это удалось лучше остальных, в нашем сюжете. А ну, скорее всего, устраняй, иначе попадешь. Ну-ка, все вместе, каски наденьте. Творческий конкурс – это только часть задания финалистов, но, пожалуй, самое волнительное и ответственное. С каждым годом соревноваться все сложнее, говорят участники. Требования жестче. Правда, условия конкурса меняются вместе с работниками по охране труда, уровень которых с каждым годом становится все выше, говорят организаторы. Высококвалифицированные профессионалы, которые имеют высшее образование, как правило, юридическое и техническое. Большинство из них – это выходцы с производства, то есть непосредственно той организации, где они работали, начинали свою трудовую деятельность. И с каждым годом, благодаря и специальным курсам обучения по охране труда, вот их навыки и квалификация растет. Всего в Чувашии более 1200 специалистов по охране труда. Конкурс профессионального мастерства сплачивает коллег, позволяет обмениваться опытом и совершенствоваться, поднимает престиж профессии, отметил Кирилл Милюхин. Вы держите в хорошем тонусе работодатели для того, чтобы были каски, были перчатки, была нормальная атмосфера, была вот та охрана труда, которая на самом деле сохраняет нам здоровье, сохраняет нам жизнь. И во многом создает благоприятное настроение на рабочем месте. Спасибо вам! Спасибо вам огромное за ваш труд. Лучшим из 9 претендентов стал Владимир Порфирьев, инженер по охране труда Чувашкредитпромбанка. Он уже был финалистом конкурса, но победить удалось впервые. Наша задача, в том числе работодателя, стоит в том, чтобы наша организация не принесла расходов в виде штрафных санкций. То есть, чтобы соблюдались требования охраны труда, законодательство в охране труда, и работники были обеспечены безопасными условиями труда. Все финалисты получили специальные призы и огромный заряд энергии на совершение новых побед, правда, уже трудовых. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.